было не очень хорошо, но вот из-за этого случилась такая вот беда с рогами, которые запустили. Случай совсем же? И, скорее всего, они никогда леса не видели, лес видели только здесь. Где-то дня три привыкали к тому, что им можно ходить дальше какого-то небольшого участочка. Сейчас они уже освоились, все стало нормально, анализы не все взяли. Приводить в порядок. У северных оленей и мальчики, и девочки одинаково рогатые, одинаково сбрасывают их весной, одинаково тут же начинают расти новые рога. Кроме девочек, которые ждут детей. Беременная девочка не сбрасывает рога, она ходит со старыми до того момента, пока ребенку не исполнится 3 недели. Вот. После 3 недель олененок уже достаточно уверенно бегает. Рожки как кошка урчит. Мама сбрасывает их. А вот он, Степа. Степа. Ух ты. Вот это Степа. Ой, какой. У него еще и борода есть, какая классная. Был ягель. Есть еще ягель. Степа. Степа, да. Степа. О, галон звучал. О, точно. Степ. С рогами тяжело, пока пробрался. Степе лет 15. То есть он уже олень очень пожилой, поэтому у него такая огромная корона. С каждым годом у оленя растет. У меня больше нет. Ну, каждый год их отращивают. Красавец. Когда он ее почистит от кожи осенью, то есть останутся чисто костяные, они будут полегче. А сбрось тоже смоет? Просто ты с этим.